белый свет. Я побегу к нему один. Я перестал летать во сне, и рисовать слова свои, и незаметно начинаем я за друга принимать врага, и почему-то позволяю больше всех не понимать тебя. Не покидай меня, не забывай меня, не забывай меня, я еще вернусь к тебе, я доплыву к тебе на последнем корабле. Не забывай меня, я всегда еще. Почему? Где-то во мне растает снег, где-то умрет немая боль ночи, там, где вернется все ко мне. Ты перестанешь быть ничьей, и каждый раз в конце рассвета я не знаю, что больней терять, я не могу найти ответа, что единственной мечтой назвать. Не забывай меня, не забывай меня, не забывай меня. Добрый вечер! Спасибо! Я давно мечтал о такой встрече на родине, о встрече с вами. И сегодня при поддержке акимата Акмолинской области, акимата вашего города и управления культуры вашего города эта встреча происходит. Давайте им поаплодируем. А самое главное, что сегодняшний концерт представляет инвестиционная группа «Позитив». А почему она представляет? Потому что президент компании «Позитив» кокшетавский парень Нуржан Каниевич Бикшенов. Давайте не пожалеем для него аплодисменты.
Громче! А теперь песни. Песня, которая написана в Шопштау. Северная ночь, небо где-то за домами. Снова тает между нами эта ночь. Северная ночь открывается огнями и не тающими снами. Теплый дождь, черная вода, завтра улетит, смогут облака. Спасибо, друзья! Сегодняшний концерт снимает один из лучших телеканалов республики, КПК. КПК сегодня у нас генеральный информационный спонсор. И давайте поблагодарим Армана Шураева, нашего земляка, за то, что он поддержал нас и снимает все это действо. Не жалейте для нас аплодисментов. We'll be right back.
огонек в чужой весне. Оставь на миг свой труд, прикоснись к моей руке. Я лечу к тебе в горячем сне и кричу в душе: приди ко мне, будь со мной, стань моей в эту ночь, в этот день. Растопи ночь в огне, королева зимы, растай во мне. Слова теряю я, если мы с тобой одни. Когда проходишь ты, я тону. Спасибо! Кокшетау!
Поем дальше.
исчезай, и о пощаде не умоляй. Бывшие люди стали зверьми, каждому зверю в глаза смотри. Белая, черная, желтая лихорадка, желтый свет. Дорогие друзья, сейчас песня одна из самых моих любимых песен. Ее исполняет хорошая певица Динара Султан, к сожалению, не смогла приехать. Песня называется «Это была любовь». Oh,
Спасибо. А теперь готовьте свои диктофоны, сотки, айфоны. Однажды, идя прямо по этой площади того ЛСД, я написал первые строчки песни, которую хотел написать всю свою жизнь, песня о Кокштау. Записывайте, слушайте. Земля отцов, земля любви, земля надежды. С тобою встретил я судьбы своей года. Я так любил твои закаты и рассветы. С тобой душа моя осталась навсегда. Здесь напевала мне степные песни мама. Мой детский сон хранила родина моя. Здесь полюбил я звук домбры и трель баяна. Твои напевы стали музей для меня. Дорогие земляки, сегодня ко мне приехало много гостей из Москвы, из Кыргызстана, из Алматы, из Астаны. Давайте поприветствуем их, как радушные хозяева.
И будет справедливо, что я спою еще песню об Астане, песню, под которую открывалась столица нашей Родины. Ночных фонарей появляется свет золотистый, здесь кончаются сны тополей, и дома обнимают зарницы. Первое утро столицы, календаря страница. Первое утро столицы, ресницы, первый восход над столицей, в небо взлетает птицей, первый рассвет над столицей, будет нам долго сниться. В это утро дорога светла, льется песня словами простыми. Мы как будто всю ночь у костра были вместе и стали родными. Без разлуки не будет и встреч. Не грустите, друзья, не грустите. После ночи приходит рассвет. Будут новые встречи в столице. Первое утро столицы. Календаря страница, первое утро столицы, и облаков ресницы, первый восход над столицей, в небо взлетает птицей, первый рассвет над столицей. Спасибо. Губная гармошка Эдуард Нефимянин.
соседних птиц. Ночной перрон, пустой вагон, чужие взгляды, мой разбитый сон. За горизонт уносит стон, тебя нет рядом. День, холодный дождь, внезапно мы так далеки друг другу стали. Все уже прошло, не верю я, что мы с тобой все потеряли. Где-то в каменном доме плачет душа моя одинока. Так жесток. День направил свет в мое окно, ночные мысли растворяя. Ты опять одна, и может это навсегда, я понимаю. Кто ответит мне, зачем рассвет и долгий свет воспоминаний? Мы сожгли мосты и так решили, не везли обещаний. Где-то в каменном доме плачет душа моя одинока. Спасибо! Еще одна песня, которая знакома очень многим, любимым. Песня называется «Не дам тебе, я не дам». Эти слова
никогда тебя я не покину. Ни за что тебя я не предам. Никогда не станем мы чужими. Дорогие друзья, сегодня уникальный концерт, это живой концерт, и я его не смог бы никак сделать без своих друзей, которые приехали со мной из Алматы, это лучшие музыканты нашей страны. Давайте поприветствуем их. Лидер гитара Нурба. Губная гармошка. Акустические гитары. Эдуард Двухимёный. Громче! Бас-гитара. Евгений Калистратов. Звукорежиссер Дмитрий Лейхман. Ударные Александр Кузнецов. Yeah.
веселье. Ждет меня воскресенье. Қайырлы кеш, қадірлі ағайын, құрметті достар, құрметті көрермендер. Сәлем Көкшетау! Добрый вечер, дорогие друзья. Огромная радость быть сегодня здесь, в вашем замечательном, красивом городе. И это уже третий концерт, юбилейный концерт Еркеша Шакеева, моего друга, моего брата.
И сегодня я желаю ему здоровья, счастья, чтобы он нас радовал своими гениальными песнями, чтобы все в твоей жизни, Иркеш, дорогой, было хорошо. И сегодня здесь, на родине Иркеша, уже третий юбилейный концерт. Мы провели его в Алма-Ате, в Астане. И вот сегодня здесь, дорогие друзья. И это огромная радость, то, что вы пришли поддержать нас. Поэтому спасибо вам за ваше внимание, за вашу любовь и теплоту. Спасибо, как считал! Я тебя рисую. Так называется эта замечательная песня. Сердце отзывается на звук и время. Если мне приснится, что нашел тебя, стрелки разгоняются на 100 мгновений. Если нарисую я твои глаза, если возвращается душа на пристань, разбивая сердце, не найдя тебя. И не нахожу я для любви причин, снова умирает без тебя душа. Между небом и землей
Вновь встречался я с тобой, и казалось, что всегда будем мы вместе. Продолжалось ровно год беспокойная любовь, и теперь темней ночей солнечные речи. Что любя, я один и ты одна, разойдутся навсегда наши дороги. Никогда не будь ночи, громко крикнешь ты прости, и ответит тишина молча и строго. Снова, 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 что
твои шаги, твои шаги. Не пою, не засыпаю, помню то, что забываю. И брожу ночами, словно под водой. В облаках дома не строю, видно, дом того не стоит. Я научил себя не быть собой. Я каждый день встречаю на алтаре печали и цветы целую, что любила ты. И днями, и ночами, часы не замечая, снова, снова, снова жду твои шаги. Я каждый день встречаю на алтаре печали и цветы целую, что любила ты. И днями, и ночами, часы не замечая, снова, снова, снова жду твои шаги, твои шаги. Чужой земли оставляю я город твой. Сколько будет дней и холодных пустых ночей, прежде чем тебя встречу я. Долго мне еще бродить в толпе людской, вспоминая каждый миг с тобой. Не услышу я знакомый голос твой, грустной песни тишины ночной. Наши любви корабли, дары снега и дожди, будем помнить мы, я и ты. Наши любви корабли не остановят ветры, снега и дожди. Будем вместе мы, я и ты. В синеве дождя я вижу лишь твои глаза. Ты стоишь одна без меня. Опустел причал, и в тишине я закричал: я вернусь к тебе, жди меня. Не успев покинуть эти берега, по тебе уже скучаю я. Трудно нам, но есть еще на свете день, день, в котором я вернусь к тебе. Наши любви корабли, дары снега и дожди, будем помнить мы, я и ты. Наши любви корабли не остановят ветры, снега и дожди, будем вместе мы, я и ты. Thank you.
успев покинуть эти берега. По тебе уже скучаю я. Наши любви корабли, даром снега и дожди, будем помнить мы, я и ты. Наши любви корабли, остановят ветры, снега и дожди, А сейчас, дорогие друзья, наверное, самая гениальная песня Иркеша. Нам будет очень приятно, если мы все вместе споем ее. Вы ее узнаете. Позолоченный свет твоей слезы горел в ночи. Внимая меня, сказала ты, не уходи. Зная, что нет моей вины, я прошептал тебе прости. Все пройдет, не грусти, не грусти. Нелюбимая ждет меня у окна. Вечерами темными, как всегда, у окна ждет меня, ждет меня. Забыла тебе я навсегда, но иногда желтых писем листва летит ко мне издалека. Я не прочту твои слова, не увижу никогда облака горьких слез между строк. Вместе! Thank you.
так считаю! Поехали дальше, друзья! Небо молчит, слышнее нас. Больше слова не верят нам. И похоже, что пропал все и не найти. Кто из нас двоих отважится уйти? Құрметті көкшетаулықтар, аса қадырлы Көкшетау қаласының қонақтары. Бүгін мінекі шын жүректен бәріңізді осы мерекемен құттықтаймын. Уважаемые көкшетауцы, земляки, позвольте сегодня поздравить всех с праздником, который нам представили наши уважаемые гости. Наш уважаемый, дорогой, любимый земляк Еркеш Шакеев. При поддержке акима области Кайрат Пернешевича, акимат города и городской маслихат принял решение присвоить нашему талантливому, уважаемому земляку звание почетного гражданина города Кокшетау. Браво!
Маэстро Еркеш Шакеев. Спасибо, дорогие земляки, за такую честь, за поддержку. Давайте любить свой родной край, нашу родную страну. Желаю всем любви, удачи, гармонии. И всегда быть вот такими сплоченными, дружными. Спасибо большое. О стране скажу я вдохновенно, и слова мои растопят лед. Все пройду, мой друг, без сожаления, за очаг и родины полет. Над горами, степью и озерами пролегла печаль веков твоих. Родина моя, мечта столетия, Казахстан, в котором я родился, ты мой долг, достоинство и честь. Ты пари, орел, мечтой свободною над землей великой и родной.